Приветствуем, друзья. Лига Европы Аякс против Марселя. Сегодня состоится эта игра в 22:00. Аякс или Марсель, кто же победит? Как думаете вы? Свои мысли, друзья, пишите в комментариях. Также в этой группе у нас АЕК и Брайтон. Да, много новых команд, которые впервые участвуют кто в Лиге Чемпионов, кто в Еврокубках, да, вот тот же Юниор Берлин. Так, ладно. Аякс, Марсель. Коэффициенты почти поровну. Букмекеры дают на эти матчи. На Аякс дают 2,6, на Марсель дают 2,8, но все равно здесь для меня фаворит Аякс, как ни крутите. Аякс, кстати, проиграл свою последнюю игру Твенте со счетом 3-1, а Марсель сыграл с Тулузой 0-0. Что касается, друзья, мыслящих, да, нет, безусловно, игра будет интересной, насыщенной, но и будет грубой. Будет грубой, друзья. Тотал больше 3,5 желтых карточек в матче за коэффициент 1,8. Вот такая вот у меня мыслишечка. То, что 4 желтых карточки и более. Но вы свои мысли пишите в комментариях. Пока.